Привет, друзья! Сегодня будет очень интересный день, я надеюсь. Будет экстремальная спортивная рыбалка. Мы приехали в очень интересное место. Мы делали видео этого места где-то полтора года назад. И опять вернулись сюда, чтобы показать, какая здесь рыбалка. Вот. И дальше я вам покажу чуть позже, где это место находится. И все поймете. Здесь такое место. Причал. Все приезжают здесь рыбачить. И отсюда выходят рыбачить, открытый океан. Вот пойдем дальше, посмотрим, где наш корабль. И на что, на какой корабле будем плыть. Плыть будем где-то час-полтора открытый океан. И будем там рыбачить. Я думаю, будет очень интересно. Ну, с погодой повезло. Вроде погода неплохая. Обещают дождь чуть попозже, но надеюсь, дождь пойдет стороной. Ладно, буду снимать и показывать, что к чему. Пока наш яхту готовят, я вам покажу, что и как здесь стоят разные яхты. Конечно, очень крутыми моторами и мощными. Вообще обалдеть. Очень круто. Вот висит белая акула. Вот такой ловили здесь в 86 году. Вот, посмотрите, какой красавец. Здесь сразу снимают филе рыбы, чтобы уже чистенькую провести домой. Вот так вот. А здесь мы тоже поймаем. Вот наша яхта. Готовимся выплевать. Сейчас покажу, как устроен наш корабль. Вот здесь каюта. Спальник, санузел и еще спальник. Кухня. Ну, поехали. Будем от 5 до 15 миль плыть в океан открытый и будем искать, где рыба. И исходя из этого будем менять локацию. Друзья, это Мантау, в конце Лонг-Айленда, конец острова. Мы делали видео на это, кто помнит. Вот это место и маяк. И дальше уже открытый океан. Как видите, я принял начальную позицию, сейчас будем пробовать, так что посмотрим. Thank you.
Мы это сделали. Красавец. Рыбалка подошла к концу. Возвращаемся обратно. Вот наш лов.